Окей, теперь нам надо идти в какое-то... Куда-то в туда... Кого? Теперь нам надо в новое здание попасть, а дверь находится... А где я нахожусь? А разве не здесь? Нет, не здесь. Ё-моё, а где дверь? Где-то... Вот. Привет, тетя. Время магии. Так. Я отпёр её, как всегда. Это просто... Это фраза этой игры. Фраза... Сайон! Сайон! Привет! Сайон, хан! Чё орёшь-то, ёпта? Поговорить с Соно? Тьфу! Она снова меня игнорирует. Если мы все еще гонимся за ней, нужно отделиться от него. От кого от него? Это просто совпадение, тебе кажется. Really? Правда, просто совпадение. Да? Она бегает, как одержимая, или что-то... Вся школа как будто одержимая, или привидениями, или чем-то еще. Уф! Я думаю, эта школа имеет много призраков с незаконченными делами. Как мило. Ты очень милый. Беспокоюсь о незаконченных делах привидений. Да, я такой. Я просто неравнодушный к призракам. Есть ли есть ящик жалоб, висящий в читальном зале нового здания? Для студентов, которые могут написать свои опасения и жалобы. Но я сомневаюсь, что проблемы решены с помощью его. И я уверен, что все учителя уже забыли, что это было там. Ага. В жизни все страдают. Но ты не подумаешь, что мертвые страдают больше. Почему никто не слушает, что я говорю? Потому что кому ты нужен? Ну в любом случае, еще увидимся. Чё орать-то, я не понимаю вообще, что за мания покричать? Так, ладно, я пошел в нью здание этой школы, которая вообще непонятно, что мне принесет, что мне покажет. Почему вход в здание новой школы выглядит как просто... Страшнейшее строение из какого-нибудь фильма ужасов. И тут уже кто-то меня пытается найти. Он что, за мной погонится сейчас? Алло. Это несправедливо. Хер пойми, куда иду вообще, а? Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем, никогда бы не по... О! Новое здание, то есть новый дом. Войди. Ой-ой-ой. Кто-то поет песенку. Мне прямо в уши. Зажигалка гаснет, когда вы бежите. Да ну нахер. А новое здание, кстати, выглядит неплохо так-то. Так, у нас тут сколько этажей? 4 этажа. Ого, на крыше бассейн? Вы что, охерели? Алло. Я тоже так хочу. Ну погнали тогда с первого этажа все посмотрим. Небось этот черт сбитый, который уборщик, опять будет тут ходить и мешать. Да, я про тебя говорю. Валим, 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 пока он нам битой в очко не зарядил. А чё она там встала? Этот беззубый дед... Ой, туда его, туда этого лысого. Давай, сюда. Так может добьете его, чё вы на полпути остановились? Он уже валяется. Могли бы хотя бы биту отобрать. Ой, это было близко. Привет. Именно то, что думали, черт возьми. Что это было? Я ничего не думал. Я ничего не знаю. Не надо кричать на меня. Спасибо, что спасла меня все-таки. Ну, дело в том, что мне все еще нужна твоя помощь. Но не делай из этого привычку. Ладно, я постараюсь. Теперь, когда я нашла путь в новое здание, я знаю, Сайон является частью того, что происходит. Это я нашел путь в новое здание. Не забирай свои лавры себе. Ой, бля, мои лавры себе. Почему ты так подозрителен к Сайон? Смотрю на тебя, рыцарь в сияющих доспехах снова идет на помощь. Выслушай меня. Сайон всегда рядом. Куда бы мы ни пошли, она доберется туда. Да, мы следуем за ней, и все эти сумасшедшие, что происходит с нами. Нелогично, она что-то замышляет. Ну, видимо, да. Если бы ты еще говорила более-менее адекватно, я бы что-то понял. Мне не нравится мыслить, что она виновница. Но это же очевидно. Она участвует во всем, что происходит. Ты знаешь, куда мы идем дальше? На крышу 4-го этажа. О, купаться идем. Я видела, когда она шла туда ранее. Видимо, у нее какие-то планы там. Жопу помыть, очевидно же. Там бассейн, женщина. В чем проблема? Не говори мне, что ты все еще не веришь мне. Ники-баники, ели вареники, ники-баники, класс. Нет, я верю тебе. Это не звучит, верю. Ну, знаю, согласен, эти гибаники это такое. Ну ладно, почему бы тебе не подняться на крышу и все прояснить? Смотрите, если я ошибаюсь, как ты думаешь, мне нужно найти Джихён.
А если ты ошибаешься, то что? Сделай, что нужно. Бля, капец, у меня зырки, просто нихера не понимающий человек. Но убедитесь, что вы знаете, кому можно доверять. Или могли бы застрять здесь навсегда. Ну, это хорошо, конечно, что ты мне тут говоришь. То, что Сайон предательница, то, что она появляется везде, где мы бы не были. Но ты ведь тоже появляешься везде, где бы я не был. Так что я уж не знаю. Чё ты докопалась-то? Я вообще... Где я? Блядь, я опять на втором этаже. Я хотел на первый. Так, это какие-то... Ой, а дверь-то открыта? О, это какие-то музейные экспонаты. Кабинет искусства, мать твою. Письмо об заимствовании инь-янь знака. Я одолжу инь-янь знак, чтобы пройтись по некоторым материалам класса. Я буду исследовать знак в библиотеке 2. Я верну знак в этот вторник. Спасибо за ваше внимание. Возможно, какой-то инь-янь знак находится в библиотеке 2. Возможно, он нам пригодится. Опа, флумику. Ну тут, знаете, все такое новое, все такое, знаете, современное. Ой, это что, наша школа, типа? Вау. Да, я вот в этом здании. Вот это здание мы уже облетели полностью. Сейчас мы в этом здании. Вот этот вот коридор черный мы прошли, стрёмный. Ей, вот нахера было делать такой кривой коридор? Зачем вот так вот делать? Вот это вот. Можно же, блядь, вот и все. Или в самом крайнем случае вот так, ну логично же, но нет, они какую-то херню вытворили. Ладно, дебилы, дебилы, я все-таки не строитель, не буду ничего утверждать. Зачем, вот зачем я все это собирал? А если я не все собрал, а я только две нашел. Мне надо раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да до шести даже считать трудно, алло, зачем так много? Вот это я про... кредитка? Желтая ключ-карта. Ключ может открыть двери в желтой секции нового здания. Используйте его на картридере. Желтая секция? Это зеленая секция, наверное, да? Бля, зачем придумывать цвета секциям? Вы что, гении? Тут тоже зеленая секция. Действительно, да. Желтые двери — это то, что мне надо. Так, это кабинет искусства какой-то. Где выключатель? Москва? Это фотография Кремля в Москве. Да, это она есть. What the fuck? Кто-то русский сюда проник, очевидно. Часики. Капец, я управляю временем. Я не знаю, зачем они. Это, наверное, какая-то головоломка опять. Цезарь. Я так и не поел лапши, она мне так и не пригодилась. Игра достаточно легкая, незатратная в... здоровье. Что... Что это? Да что это? Блять. Кто спер? Что за странности происходят? Кто-то сначала Да хватит это делать! Мне не по себе становится. Сначала спидели, потом уменьшили, теперь положили. Да ёб твою мать! Только я хватит это делать, дядя. Вы здорово. Вы чё попрятались-то, ребята? Короче, это очень... Ой, да вы и романтики. Что еще вы покажете мне? Вот это уже зловеще выглядит, ребят. Нихера вы модные. А что вы... Что вы вытворяете? Так, все, вернулись на свои места. Ты что, дебил, блядь? Долбаный, все, подмышки вспотели, я получил свою дозу адреналина, и они больше со мной не играют. А, капец, я обосрался, неожиданный урод, вообще говнюк. О, монетка. Ну это все, что тут есть. А что за шум тогда был? Окей. У нас осталась последняя желтая дверь. Это у нас ведет, которая ведет на... Ёб твою мать. Этот козел там бродит. А почему он именно здесь бродит? Ключ от нового здания крыши висит на светильнике возле главного зала. Мы подозреваем, что это шутки некоторых студентов. Мы настоятельно призываем классных руководителей каждого класса поймать преступников. Мы вызовем кого-то, чтобы удалить ключ в следующий понедельник. Короче, ключ висит где-то в главном зале на люстре. Нихера себе, а как я должен допрыгнуть туда, алё? Высоковато что-то, не кажется вам? Чё так много комнат? Так, он же еще может подняться, по сути, к нам. Это очень, очень, очень плохо. Но тут хотя бы побегать можно. Тут есть куда заныкаться, я думаю. То есть тут большая территория. Свистит он как призрак. Здорово. Я тут похожу, ничего не против, да? Бля, я опять сюда пришел.
А, это просто эти классные комнаты. Не в том смысле, что они крутые, офигенные, а в том смысле, что они это... Классные. Типа тут это, учатся люди, понимаете, да? Они тут всякое говно изучают, а потом рассказывают, приходят домой родителей, заколебывают своими знаниями новыми. Блять, он меня услышал. Ну вот я про это. Ты просто бежишь, оббегаешь круг. Бля, нет, это плохо. Он бегает почти так же быстро, как я. Нам надо достать как-то ключ из люстры. А как это? Нужно лестница или что-то подобное? Я не понимаю. А он не настолько быстро бегает, как я, так что все нормально. Да нифига здесь высоко, алло. Здесь очень много чего можно поискать. О, это что за каракатица, алло? Не бей. А, ты кто? Что с тобой, девочка? Алло, нет, ты что, дура, что ли? Да уйди! Ты иди нахер отсюда, пожалуйста, блядь! Приклеилась, клей-момент, ёпта, реклама. А что мне делать? Надо поджечь ей волосы. Не, я туда не хочу. Она там что-то прячет, очевидно. Тварь вообще в натуре. Козёл. Иди, зайди вот туда, реально, прикольнёшься. Ё-моё. Так, я пошел обратно. Я пошел на первый этаж, чтобы все сверху... Блядь, она опять там! Она везде появляется. Бля, я в тупик прибежал. Ух ты ж пес, а. Ух ты ж пес. Ох, пипец. Ох, пипец. А куда я бегу вообще? Ой, бля, я в жопу вообще прибежал. О! Закрыто. О, не поймал. Не поймал. Капец, лузер. Все, я пошел вниз. Не, он меня не догонит. Если я буду просто бежать, не оборачиваясь, он рано или поздно отстанет от меня. Бля, я устал. О, у меня сейчас сердце остановится. Я боюсь или у меня сейчас просто сердце встанет? Я не знаю, я просто бегу очень долго. Бля, у меня сейчас сердце встанет. Дядя, дядя, нет, дядя. Не-не-не-не-не. Ай, да бляха-муха. Могли бы поговорить спокойно просто и не ссориться, чё? А, за что? Да стой, я же не в адеквате. Нифига, класс для того, чтобы посидеть жопой на подушке. Пентагон, Вашингтон. Нормально, нормально. Кто-то вообще везде побывал, фоточки поделал. Везде записки висят. Свиток Мандонеба какого-то. Ё-моё, что? Так, пока что он ушел куда-то вообще, куда хер пойми знает. Что сказал, не понял, но это не важно. Свет не включается. Я это ненадолго, если что, я... Ну я сразу уйду, если вам что-то не понравится. Я надеюсь, это кто-то живой? Не, это кто-то не живой. Не, это кто-то не живой! Блядь! Блядь, что? Что? Она сразу меня убила! А за что? Я же просто посмотреть пришел. Я вижу красную карточку в зеркале. Где? А! А как это работает? Не понял. Это меня что-то тоже убьет, да? Бля, неприятно. Бля, что с тобой, дядя, алло? Что с тобой? Почему ты посинел? Но зато улыбнулся, ну. Ты куда побежал? Ты моя... Ты дурак, что ли? А, ты меня убить пытаешься? Что я должен сделать? Ты дурной, блядь, я не понимаю, что делать. А, я все равно не понимаю. Ой-ой-ой-ой. Какая-то дебильная музыка играет. А, я понял! Все, я понял, я увидел в отражении, как надо поставить магнитолы. Стой, 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 подумай, не делай. Я же что-то подумал. Оп. Падла! Он роняет мне все. Пес, алло, я тут строю машинки. Я победил. Я победил! Че, дебил? Ой, ой. Намек понял. Нет, сюда. Вот так. А это куда? Блять, это надо вот так все сделать. Раз. Надо разбить зеркало, я понял. Во, соси жопу, чел. Блять. Че так жестко? Во, еще, давай, ломай.
О! Что, обосрался парнишка, да? А нехер сбунтовываться против самого себя же. Это было нелегко. Так, он сломал зеркало. Вот это классно. Красная ключ-карта. Можешь открыть двери в красной секции нового здания. Кто сдвигает стулья, парты? Да иди в очко! Чё он такой приставучий? Кто пердит? Хватит пукать. Я не понимаю, что у него за зрение, что у него за слух музыкальный. Куда я пришел вообще? Да меня тут нет, тебе показалось. Вообще урод, вообще говнюк. Так, я его вроде обманул, не? По-моему, да. Я думал, от него будет легко угнать тут, на этих, в этом здании. Он бегает капец быстро, еще не устает, а я устаю какого-то хера. Я устаю и умираю от приступа сердечного сриступа. У меня уже 8 монет, я могу где... О, я сейчас накуплю себе хавки и вообще не буду... буду бояться, конечно, но чуть менее сильно. Или мне просто за ним идти? Я сейчас буду скупать весь магазин. Куплю 4 кофе и... Ну ты пердун, ну ты пердун. Ой. Дебил, что ли? Я заперся с тобой по доброй душе воле твоей, моей, своей. Ау! А, заслужил, согласен. Открывай. Только не спались. Я слишком громко открываешь, дядя. Библиотека. Тут может быть что-то очень полезное, а может быть что-то... В библиотеке же кто-то что-то прятал. Что-то какое-то и не я не знак, по-моему. Только это, возможно, не та библиотека вовсе. Дверь — это хорошо. Но она... Дверная цепочка внутри. Я думаю, могу игры открыть его чем-то. Чем? То. Опа. Табличка правила библиотеки. Высоко? Ты прикалываешься? Руку вверх поднимать не пробовал, дядя. Я откручу все к херам. Ой. Отдай. А! Как тебе такое? Просто развернись и уйди. Нет, уйди! Пипец, он меня сейчас зажмет здесь, да? Ай! Как он меня увидел? Ну действительно, как? Ах, говно, собака, срака, собака. А! Дебил, блядь. Извини за мат. Так, ну вроде норм. Теперь можно попробовать кондёр включить. О! О, а! Нахера мне эта табличка? Его ламинированное покрытие делает его идеальным для вставки между зазорами. Ну давай. Как это? Так, я в библиотеке номер 2. Ё-моё, касцена на касцене просто. Ты чё плачешь? Я просто так устал от этого, я в ужасе. Да жиза вообще конкретная. Я просто не понимаю, почему всё это произошло. Мы никогда не выберемся отсюда, мы все умрём. Надо убить охранника просто, он главная проблема. Доверься, я обещаю, что найти выход. Я найти выход. Ты действительно думаешь, что сможешь? Просто не подходи! Не подходи ко мне. Просто, пожалуйста, оставь меня в покое. Ну и сдохни тогда тут сама. Я тебя не буду спасать. Все ведут себя так странно сегодня. Словно потеряли рассудок. Когда я шел за Сайон, Сона подошла к нам. Сайон просто игнорировала Сона и шла себе дальше. Сона разозлился и начал орать на Сайон. Я так испугалась. Ой, боже. Обычно Сона с Сайон много времени проводили вместе. И когда Сона говорит с Сайон, она обычно просто слушает его. Я никогда не видел, как они ругались. Это как это было раньше. Я никогда не видел их раньше такими. Я чувствую, что тут очень что-то плохое вот-вот случится. Я думаю, что это был один из них, кто запер нас здесь. Может быть... А чё орать-то?
Что случилось? Как она пропала? Ну ты же глаза не закрывал, ты должен был видеть, куда и что и случилось. Дурак, собака. А, во, знак инь-янь. Это я знаю, что он тут. Документы. Ну это говно. Ну я, наверное, за Ян инь-яном пришел сюда, да? Оп, охранник, блядь, за мной бежит до сих пор, пидала вонючая. Сколько можно со своей битой шататься по этим коридорам, по этим балкончикам? Я удивлен, откуда у него столько выносливости, у этого черта? Ебать, хватит меня пугать, падла вонючая. Почему она такая резкая и неожиданная? Бля, заметил меня. Уай, стой, это пранк с какашкой. Пожалуйста. Пожалуйста, уходи от меня, изыди, дьявол, изыди. Так, то он ушел вроде, только... А, я вижу кепочку. Кепочка ходит. Опа. Привет, малышка. У меня есть сюрприз для тебя. Посмотри. Вот он. Вот. На, сгори, изыди, дьявол. Изыди, дьявол. Фу, тебя воняет. Ой, извини. От тебя не воняет, я пошутил. Да хватит ты протортироваться. Посмотри на себя в зеркало. Посмотри на то, какая ты уродливая. Стыдно должно быть. Не беги от правды, пожалуйста, девочка. А чё ты не горишь? Ты где? Да хватит бегать. Ты чё, издеваешься надо мной, что ли? О! Наконец-то! Я изгнал дьявола, я теперь полноценный священник-экзорцист. Опять не работает. Дай тогда кассету. Ой. Ремень привода. Резиновый приводной ремень найден в сломанной магнитофоне. Я понял, куда его воткнуть. Я видел еще где-то, то ли на втором этаже, то ли где-то такой же магнитол, и там было написано, что там какой-то ремень сломан. Наверное, именно ремень привода и сломан. Изыди, кто где? Блять, она сейчас появится. Тихо. Вот это падла. Эй, ты уйди от меня. О, все, хана мне. Ох. Блять, за что? Ай, за что? Иди в жопу. А, какой напряг. Эта дура за мной летит. А что мне делать? Как мне от этих двух дебилов спрятаться? Пожалуйста, хватит. Ага. Нет. Здравствуйте, мне нужна ваша магнитола. А, вот она. Во. И теперь можно поиграть. Что это? Кого-то насилуют. А, нет. Вряд ли. Хотя, может быть. Это голос той девушки. Ты кто, дядя? Кто ты? Почему ты здесь так поздно? А ты кто? Стой, ты кто? Кто ты? Я на ночном дежурстве. Слушай, я не знаю, почему ты здесь. Но вот ключ-карта, она ведет на улицу. А, на улицу? Это хорошо. Будь осторожен. Здесь опасно ночью. Да, я заметил, спасибо, что предупредил заранее. Ночь — это когда мертвые оживают. Почему тогда тебе бы тогда не остаться бы со мной здесь, а? Мне действительно жаль, я мог бы это сделать. Выбирайся отсюда, прежде чем будет слишком поздно. А что ты не можешь? Или ты будешь пойман и в этой школе останешься навсегда? Тебя поймали, и ты остался навсегда в этой школе. Наверное, и уборщика также, черта этого, поэтому он не уходит. Ночами ходит, бродит здесь, козел сбитый. В натуре. Синяя ключ-карта. Ключ может открыть двери на синем участке нового здания. Используйте его на Кордридере. Что? Часовые пояса мира. О, я понял, тут надо выставить время по часовым поясам, наверное, которые будут соответствовать картинам. Но пошло оно, знаете, все куда? Проблемы и решения, если переключатель питания в электросиловой включен.
При включенном освещении для определенных классов светильники могут потухнуть. Следующие классы должны быть осторожны. Старшие классы 1, 5, 8, 10 и 12. Если свет от этих классов постоянно выключается автоматически, попробуйте включить свет в указанном порядке. Классы 1, 5, 8, 10, 12. Было сообщено, что свет выключается автоматически, если свет будет включен в предыдущих классах. Что-то странное какое-то здесь все. Так, это класс 1? Ага, 1. И на следующий класс, это на другой стороне, средний. Окей, сложно. Один. То моё. 8, да, туда мне надо. Но только меня заметит этот хрыщ старый. Вот сюда. Главное, чтобы он свет там не выключил. А не, смотрите-ка, открыта дверь. Так, 10-я комната и осталась 12-я. И чё? Ёпта, он уже ко мне бежит. А что мне это дало? Я включил свет, и он сразу меня спалил. Это очень странно. Куда он побежал? А что мне дало это вот включение света? Нахер я это делал? Вот как человек, он неприятен. Как собеседник тоже, как собутыльник, наверное, тоже, извините, уж не знаю. Как гопарь какой-нибудь, отличный человек. Вообще исчез. Вообще мужик пропал. Главное, чтобы меня не обвиняли в этом, потому что я вот по моей вине какой-то мужик исчез. И не вернулся в семью. О, заработало что-то! Спустя сраных 40 минут хождения, брождения, тупи... О, да! О, мать твою, да! От чего этот ключ? Я уже... А, вроде от балкона как раз-таки. Ключ крыши в новом здании. Ключ открывает дверь на крышу нового здания. Ну да, бассейн. Не пали меня, пожалуйста, не надо. Не надо, дядя. Мы уже добрались до цели. Наконец-то, спустя миллионы миллиардов лет. Но это бассейн. А, вода. Вода зеленая. Нездоровый цвет какой-то. Убери свои культяпки отсюда, по-братски. Что это было? А что мне здесь делать? Или вы мне предлагаете вообще переплыть это все? Говно, это болото. Ты куда поплыла, женщина? Допустим. За что? Нет, отцепи мою голову. А что мне делать? Сейчас не понял вообще в натуре. Ладно, я попробую сделать тогда загадку с этой. С часами, уж я не понимаю. Ну ладно, сам все равно с часами что-то делать надо. Они не двигаются. А, 6.00. 6.00, окей. Тра-та-та, местное время для каждого города. Под Гринвич, Москве, 0. Это Гринвич вроде, да? Это Гринвич. А как я переметну стрелки-то? Или мне просто надо с... я понял. Тут 6 часов. Значит, в Москве плюс 3 часа, это где-то 9 часов утра. В Вашингтоне это 3 часа ночи или утра. А, Москва, во. И это у нас 9 часов должно быть вроде, да? Вот так. А это не двигается? А, ну 9 часов, потому что все правильно, дебил. Вашингтон где был, я не помню. А почему я здесь не был? Кто от меня прятал все это дерьмо? Здесь есть картина? А, здесь картина висит. О, это хорошо. Это Пекин. Пекин, по-моему, плюс 8. Вот так. Что тут происходит, алло? А, извините. Что это? Что, в КС-очку поиграем, а? Что ты напечатал? Тому, кто найдет мое письмо. Я надеюсь, что никто не будет это читать. Ну ладно. Тем временем я нашел эту комнату. И это у нас минус 3, по-моему. Юху, минус 3. Вот так? А, ну да, видимо так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, загадка решена, получается. Ой.
А нифига, это как у Пахома, по-моему, было в битве экстрасенсов. Вот эти две палочки дебильные. Л-образный пруд. Просто Л-образный пруд. Колокольчик. Нахер он мне нужен? О! А я не понимаю, как этим... Как это работает. Ты дурак, зачем ты спрыгнул? Залазь! Обратно! Падла, плыви отсюда, карасина ссаная. Что это мне даст? Я хожу по воде! Я Иисус! Ага, я понял. Ты тут до пенсии ходить буду. Мне надо вот туда попасть, вот к тем вентилям. Я не знаю, чтобы что сделать, чтобы его утопить. Интересная история, как утопить русалку, интересно. Ты видала русалку вообще, что я вытворяю? Капец, да, обосраться весело. Ты падла, что делаешь, а? Я был сосредоточен, скотина ты мерзкая. Я сейчас откинусь. Может, допрыгнем, чувак? Осталось тут лететь вообще 2 метра максимум. Капец, ну что за тупые... Да хватит так неожиданно выпрыгивать. Спасайся, пацан, спасайся. Она меня ушатает скоро. Лапша! Во. Соси жопу, русалка вонючая. Смотри, прикол. Не в ту сторону, но ничего страшного. Мы осушаем бассейн. А вот этому может, конечно, убить русалочку. Все, дыши жопой. Понятно тебе, коза? Плюс еще один знак у нас есть какой-то, какая-то медалька. Знак воды, все идет классно. Знак дерева, но на нем имеется знак воды. Испускает удачную энергетику, ну как все. Да вы одинаковые, капец. Oh my God!